back in ETV. Эх, была не была, друзья, новый выпуск Balcony TV Саратов. Сегодня у нас в гостях замечательная юная исполнительница своих песен Клавдия Кока из Москвы. Клавдия, привет! Да, привет! Привет! Какую песню ты подаришь нашим зрителям? Я подарю вам песню «Пятый Битл», которая вышла довольно недавно, и скоро на нее выйдет клип, который мы, кстати, недавно сняли. Слушаем и пообщаемся. Поехали! Знаешь, ведь где-то есть остров, где море и спины, голланы и темный песок. Путевку туда не купишь на сотни. Он лежит за облака, он не на сон. Разгадай голос мой, развяжи его. Я прошу, не отпускай. Назови, назови меня по имени. Мое имя сегодня Lucy in the sky. Если ты не видел, зажигают звезды над ночной Москвой. Узнаю, твоя часть, я твой пятый Битл. Я хочу звучать рядом с тобой. Мы врали друг другу честно. Небрежные письма рассыпал ряд избу. Но в мире, наверное, слово «любовь» не заглушенный звук. Разгадай голос мой, развяжи его. Я прошу, не отпускай. Назови, назови меня по имени. Мое имя сегодня Lucy in the sky. Если свет погас, если ты не видел, зажигай. Аплодирует весь проспект Кирова, сейчас просто мало кто слышит это. Да, Клав, расскажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься музыкальным творчеством? Занимаюсь музыкальным творчеством я довольно-таки давно. В детстве мне мама отдала в хор. Ну, а, собственно, писать песни свои я начала в 14 лет, сейчас мне 18. Чудесно. Сколько уже накопилось песен? Ой, честно, я даже не знаю. Ну, своих, наверное, штук 7-8. И вот сейчас я как раз-таки приехала сюда для того, чтобы записать еще 7 новых песен. Они войдут в состав моего нового такого превью-альбома. Даже, может быть, это даже будет реальный альбом. Вот, то есть здесь мы вот как раз-таки приехали. Сегодня я только с поезда приехала. Буду здесь где-то неделю. Очень рада, что сразу плодотворно началась здесь работа. Сразу Balcony TV, это круто. Вообще классный проект. Спасибо. Вот какая у тебя самая заветная мечта именно на музыкальном поприще? На музыкальном поприще? Ну вот я сегодня уже сказала своему другу Ефиму, вот я вот представляю, как вот я иду однажды, и стоит огромная очередь из людей. Там стоят люди на вход в клуб или в какой-то там, не знаю, на какую-то концертная площадку. Концертная площадка, олимпийский, на просто большую, олимпийский. Да даже больше, чем олимпийский, на какую-то большую концертную площадку стоят просто толпы людей. Тут проезжаю я на машине, открываю вот так вот стекло, меня видят, и начинается ажиотаж. Вот не знаю, мне сегодня показалось, что ты очень крутой. Мы пожелаем тебе удачи, спасибо, чтобы мечта спасибо. Притворилась в жизнь. И вот где найти тебя в интернете, твои песни в интернете, видео в интернете? Меня можно найти на моей странице ВКонтакте, Клавдия Кока. Меня там можно найти. Можно найти на моем YouTube-канале Клавдия Кока. Можно найти в Инстаграме, там фотографии из моей жизни, какие-то информации и новости из моего творчества. Ну, также у меня есть Твиттер, но, правда, я его немножечко подзабросила. Но я надеюсь, что вот ссылочки где-то будут вот здесь. Они будут. Хорошо, мы уверены, что у тебя обязательно все получится. Пожелаем спасибо. Тебе успехов, удачи. У нас сегодня в гостях была Клавдия Кока, гостья из Москвы, юная, талантливая леди. Спасибо огромное. Спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Back in ETV.